Всем привет из Северного Степного Крыма. Наконец-то у нас долгожданный февральский облет. Сегодня 16 же, да, по-моему, февраля. Наконец-то. Несколько дней назад было. Немножко летали пчелы, но так массово не летали особо. Сейчас прям пошел. Именно тут настоящий облет, ветра нет практически. Плюс 12, солнышко. Тут именно такая облачность, небольшая облачка. И происходит долгожданный облет. Пчелы сидели без нормального облета больше месяца, получается. Да, почти полтора месяца сидели. Так, чтобы наверняк дней 40 где-то сидели. Дней 40 сидели без облета. Это стандартно для наших степей. Самый максимум, по-моему, 2 месяца было без облетных из моей практики. Такой вот рыженький бакпастик с рыжиной. Гудят. 40 дней всего, а такое чувство, что 40 лет ждали этого облета. Чудом выжили пчелки эти. Зато вот этих можно будет уже выводить. Эти уже пережили. И Крым, и Рым прошли, и медные трубы. Вот этих уже надо выводить. Они все эти трудности пережили. И грохот техники, и ураганные северо-западные ветра, которые дули им в литки. Все это дело они пережили. Частично подсыпались, но в принципе выжили. Пошли на такой хороший облетик бурный. У нас тут уже вот так вот травка лезет, нарциссы уже пошли, скоро весна, осталось совсем чуть-чуть, последние дни зимы.